Доброго времени суток. Приехал ко мне новый китайский ультрафиолетовый фонарик вот в такой вот коробочке. С такими вот закрывашечками. Распаковал я его, когда забирал у курьера, чтобы убедиться, что пришло то, что надо, а не кирпич. Такая вот коробочка, упырючка. В ней сам фонарик. Кабель для зарядки. Что он со встроенным зарядным устройством. Так, вот эта вот часть цельная, откручивается вот это вот. Внутри вот такая вот пленочка, типа чтобы батарейка была отделена. Но внутри выглядит все намного, конечно, серьезней, чем раньше в том. Позолоченная пружинка такая вот коническая, нормальная. Только резьба очень маленькая. Есть вот светофильтр темный, ультрафиолетовый. Ну, посмотрим. Как говорится. Вот он, аккумулятор. Vast Fury. Давай фокусируйся. 18650, 2400 мАч, 37 вольта. Там вот пятак. Внутри тоже покрашено. Ну, контактный пятак, в смысле. Здесь вот кнопочка включить-выключить и микро-USB для зарядки. Кстати, туго достаточно, надо сильно прижимать и закручивать, потому что резьбы мало. Вон видно, что работает. Так, блин, я куда свечу-то? Так, испытание. Вот здесь вот я сделал царапину на стеклотекстуре, на плате. В этом месте ничего, никаких рабочих нету, просто полигон так называемый. Сейчас попробую туда нанести этот китайский лак, который на солнце застывает, от того от прошлого фонарика нет. И посмотреть, что получится. Чтобы вам было видно область, где процарапал до меди. Так вот осторожно зашпаклевываю зубочисткой. Так, убираю вот это дело подальше. Кстати, имейте в виду, что вся эта фотополимерная химия для здоровья совершенно не полезна, так что ей дышать, и тем более, чтобы она на кожу попадала, в глаза, либо еще куда-то, ну очень-очень-очень не надо. И поехали, смотрим, что будет. Кстати, видно, как люминесцируют. Так. Видно, что там, где слой совсем тонкий, полимеризовалось. Где слой был потолще. Еще мажется. Кажется, продолжим. Ну, под прошлым фонариком, который прислали вместе с лаком, вообще ничего. Никакого эффекта не было.
Да, кстати, смотреть глазами на ультрафиолет, даже отраженный, лучше не надо. Лучше смотреть через камеру, вот так вот, через смартфон, либо через какие-то защитные очки. Либо глаза закрывать. О, застыло. Так что, что я могу сказать? Могу сказать, что вот этот вот фонарик на самом деле работает, однако же. Вот этот вот фонарик, действительно, он полимеризует вот эту вот китайский лак, маску для плат. Так что я оставлю ссылку в описании на этот фонарик, кому надо, конечно. И что с ним идет в комплекте батарейка, это тоже очень хорошо, потому что батарейка одна сама по себе стоит достаточно ощутимых денег. А тут еще ее вам в комплект кладут бесплатно. И фонарик действительно работает. И сделан, конечно, намного лучше, чем тот, который прислали вот с этим вот лаком. Сейчас. Еще я тут для испытаний немножко выдавлю. Так вот его нанесу. Такую вот ощутимую блямбочку. Ощутимым слоем, как если бы я на плате повреждения заделал. Теперь уберу этот лак, чтобы его не засвечивать через тюбик даже случайно. Это прям в тюбике застынет. И опять. Кстати, вот этот фонарик работает на 365 нанометров в длине волны ультрафиолета. А тот, который китайцы прислали с этим лаком, с маской, на 395. Он дешевле, конечно. Но он ни деньги не показывает, водяные знаки. В общем, бесполезный практически. Так, поиграться, побаловаться, может быть. О! Смотрите-ка. Видно, что подстывает. Сейчас. Ну, конечно, надо еще его обработать. Теперь уже даже его можно просто сверху поставить. Вот так вот. Да. Когда лак застыл, просто вот тут вид, у него бортик есть вот такой вот бортик. Когда лак застыл, уже не мажется, он просто вот, ну, схватился так, что уже не мажется. Его просто сверху можно вот так вот ставить, включенный. И смотрим. О, да. Вот так вот даже зубочистка его не ковыряет. Блин, руку измазал, ты гадостью надо. Ну что? Ну что могу сказать? Действительно работает этот вот фонарик.
Это ссылка на AliExpress будет в описании. Всем удачи, всем пока, до новых встреч, товарищи.